Всем привет! Сегодня озеро Балтым. Вот. Давненько я тут не бывал, решили посетить. Короче, рыбалка в принципе неплохая. Сегодня очень хорошая погода, идет мелкий снежок. Снежок такой хорошо так идет. Вот, ветра сильного нет, погода очень мягкая. Вот. И вот, несмотря на то, что сегодня у нас уже 1 февраля, самое глухозимие, да, рыба, в принципе, клевала хорошо. Я поймал по головам, я не знаю, ну штук 70 точно я поймал окуней. Но размер у окуня вот такой. Вот. Даже показывать нечего, потому что мы их просто не стали брать. Вот. Клевала на все, на что угодно. На все, на что угодно клевала. На мормыш похуже и чуть-чуть покрупнее. На мотыля получше. Вот. Ну, совсем мелочь. Поклевки практически на каждом опускании или на каждом подъеме. Вот. Ну, единственное, что хотел отметить, что клевало все-таки, наверное, лучше на активную игру. Мормышки работали, конечно, самые мелкие. Чем мельче, тем и лучше. Вот. Самыми мелкими, самыми тонкими крючочками. Так, в принципе, должно быть при ловле такой мелкой рыбы. Ну, в общем-то, больше особо и рассказывать нечего. Вот. День прошел замечательно. Рыбалка, в принципе, удалась. Балтым, озеро замечательное, еще раз скажу. Очень хорошо здесь и интересно. В принципе, мы на Балтыме остановились сегодня только по одной причине. Хотели на Сунгуль, но на Сунгуль 120 километров, а на Балтым, ну, сколько тут, километров 30, наверное. От дома, от моего, наверное, километров 40-45. Да. Поэтому поехали сегодня сюда. Ну, в принципе, не прогадали. Все нормально, здесь можно тоже ловить. Итак, давайте, всем пока. Встречаемся на рыбалке.